Республика готовится к региональному чемпионату «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Он начнется уже в понедельник, 25 февраля. В нем примут участие около 400 конкурсантов. Чувашия вступила в движение одной из первых. В 2012 году региональный чемпионат проходил всего лишь по двум компетенциям, а в 2019 уже по 40. Кроме того, в республике проводятся соревнования в категории юниоры по 11 номинациям. Нынешний чемпионат самый масштабный, ожидают участников из 12 регионов, и задействованы будут 18 площадок. Напомню, что в Чувашии уже несколько лет работает межрегиональный центр компетенции, на его базе проходят крупнейшие конкурсы по рабочим профессиям. Седьмой региональный чемпионат стартует 25 февраля. Свое мастерство будущие рабочие будут подтверждать в строительных, робототехнических, кулинарных специальностях. Юниоры в геодезии и туризме. Открытая новая компетенция – обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики. Эти соревнования пройдут в электромеханическом колледже. Одно из предприятий республики оснастило производственную площадку по этому случаю. После окончания чемпионата оборудование останется там. И еще одна важная цифра. Только за последние 5 лет в развитие среднего профессионального образования инвестировано около 7 миллиардов рублей. Потребность в квалифицированных рабочих кадрах большая.